теннис издавна считается спортом королевских особ. В настоящее время он только закрепил за собой статус престижа и благородства. Неудивительно, что научиться играть в большой теннис хотят и взрослые, и дети. Маша Сысоева попала в теннисную школу случайно, но сразу же влюбилась в этот изящный вид спорта. Когда начала заниматься в этом фитнесе, потом в расписании детских занятий я увидела теннис. И мы решили с мамой сходить, попробовать, и мне понравилось. Маша хочет быть похожей на свою тезку Марию Шарапову. И хотя идет только второй год обучения, она уже участвует в турнирах и показывает первые успехи. Она очень перспективная, то есть вот очень грамотно подходит к тренировкам. То есть и думаю, что в ближайшее время мы ее увидим по телевизору. Какой родитель не мечтает о том, чтобы дать ребенку все самое лучшее? Вот и Елена Павловна поддержала дочь в ее стремлениях. Мы хотим просто, чтобы у ребенка была какая-то цель в жизни, и хотим, чтобы эта цель была связана с серьезным занятием спортом, для того, чтобы отвлечь от каких-то негативных сейчас влияний на наших детей в обществе, и чтобы уже заложить какие-то основы для дальнейшей ее, в общем-то, судьбы. Мы хотим как бы ее судьбу связать с спортом. Но теннисная школа Family Wellness создана не только для тех ребят, которые мечтают посвятить жизнь спорту. Под руководством профессионального тренера, который является и грамотным педагогом, дети познают мир большого тенниса. Занятия вносят огромный вклад в здоровье ребенка. Активные физические нагрузки, дух соперничества и вкус победы сделают любого начинающего спортсмена сильным и подтянутым, а также подарят море позитива и хорошего настроения. Бегаешь, прыгаешь, и там энергия у тебя. И веселеешь, настроение поднимает вот теннис. Мне поднимает. Вот иногда со школы прихожу в плохом настроении, а потом ухожу с тенниса в хорошем. Если вы решили обучить детей большому теннису, то можете быть уверенными, что ваш ребенок ни за что не бросит занятия и будет с нетерпением ждать следующей тренировки. Очень хорошие условия. Мне недавно моя дочка сказала, что я себя чувствую здесь как дом. Это мой второй дом. Елена Бабина, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ.